Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Mass Effect, это Шепард, это палуба Нормандии. Мы с вами по-прежнему бродим по галактикам. И на сей раз у нас тут интересное задание, как мне кажется, интересное. Мы обнаружили базу, которая была захвачена арахноидами, или арахни, вернее. Это разные вещи, поэтому давайте искать. У нас сигнал указал, что где-то здесь в системе Эребе есть то ли их база, то ли еще что-то. Но, в общем, мы можем найти больше информации. Давайте смотреть. Так, Немпос. Очень подходящая планета земного типа, наверное, для этих созданий. Кстати, да, вы мне говорили, что в поясе астероидов тоже можно что-то найти. И зря я их не осматриваю. Но как-то вот я до этого даже и не додумалась, что на астероидах можно что-то найти. Но пока что ничего, давайте осмотрим другие планеты, на которые не надо высаживаться. Тяжелый металл мы обнаружили, отлично. Нам это пока что, в принципе, как бы уже и не надо. Все тяжелые металлы мы с вами нашли, но диск с данными, проторианский диск, вот. Нам как раз не хватало диска одного. Нам остался только, по-моему, жетон, по-моему, теперь один. Так, и здесь у нас Хофен. Ничего нету, ничего. Ничего. Ну-ка. Тета Стикса. Так, ага, вот нам кредиты перечислили. Итак, следы битвы. Все, что нам осталось, это Лига Единения и Соларианские жетоны. Все, вот это вот, все. Все остальное мы уже сделали, уже все, мы так близки к завершению. Ну да ладно, давай-ка отправимся на Немпос и посмотрим, что творится. Что происходит? Так, берем с собой девчонок, вот этих. Очевидно, нам придется посражаться. Я так думаю. Ух, какая тут красота у нас. Вулканы. Пепел летает. Зола. Так, ну и покажите мне карту. Ох, как много всего интересного. Дай-ка поедем планомерно. Ну, насколько планомерно можно вообще тут ездить. И только не молотильщик. Только не молотильщик. Вот, вот эта вот долинка, смотрите, она создана для молотильщика, да? Ну, давай проверим. Тут как-то нет. Наверное, не хочет. А может быть, здесь его нету. Так, ага, вот я вижу, что там что-то лежит. Вот 100% молотильщик. Вот смотрите, сейчас мы пойдем исследовать вот эту штуку, и он тут выскочит, нет? А, смотрите, тут опять эти пауки. Ой-о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 й, тут не молотильщик, тут похуже, тут арахни. Давай, стреляй. Я забыла, что у нас мака тоже перегревается. Надо же, сколько их тут. Так, ну это значит одно, что молотильщика наверняка тут не будет. Да? Окей. Давайте-ка поедем вот так вот здесь по гребню. Ой, как солнце слепит глаза.
Ничего не видно. Да еще и лава какая-то тут. А, смотри, опять эти ископаемые у нас тут есть. Теоретически можно было бы, наверное, поехать. Так, прошу прощения, голос сел, голос сипит. Можно их забрать, почему нет? Другое дело, что не совсем понятно, где это. Так. Редкоземельный. Уран. Уран на ура. Ну, мы опять же экспишки получаем за это, что, собственно говоря, тоже лишним не бывает, да? Прокачать себе еще что-нибудь, лишний уровень. Почему нет? Так, смотри. Мне кажется, или там что-то... Ага. Какое-то оборудование. Ладно. Что-то они тут копали. Что это был сейчас за звук? Находка. Похоже, что буровые остановки были отключены после того, как прорублен проход в подземные туннели. На домике и снаряжение нанесен логотип горнодобывающей консорциума Тенкары. Но следов шахтеров нет. Да съели шахтеров. Сейчас они отсюда вылезут, вот это вот, то, что тут вылезти, да. Кто-то орёт где-то. Я вот не в курсе, рахни они вообще орут. Так, ладно. Хотя не орут, они же, у них там какой-то другой... сенсорный механизм. По-другому они общаются с миром. Вот они их, наверное, тут и раскопали. Вы слышали? И что-то мне подсказывает, что это не киты. Так, ага, ну здесь они жили, очевидно, ученые, копатели. Да, это определенно не киты. Давай-ка посмотрим здесь еще. Мака у них стоит. Ну, это не мака, это у них такой вездеход. Тягач. Так, ну это... Нам ни о чем не говорит. Все, ладно, поехали к следующей точке. Посмотрим, что там. Станция перехвата. А почему у меня здесь крестик стоит? Мы еще ничего не перехватывали. А ну-ка, давай сюда. Сгоняем. Так, наверное, по лаве лучше не ездить. Ой-ой-ой. Кто, кроме Рахни, может тут такие звуки издавать? Может быть, и они. Потому что, как мне кажется, что если планета населена... Рахни, то уже никто больше тут и не будет жить. Так, ага, смотри, тут еще какие-то
ископаемое есть. А, есть-то они, есть. Но как до них достать? Вопрос, конечно, интересный. Тут просто отвесная скала. Давай попробуем как-нибудь, может быть, вскарабкаться. Мака, карабкайся. Так. И? Ага. Так, ничего, что мы прям по лаве ходим. Тяжелый металл, еще один. Еще немножечко экспишек. Слушай, неужели мы еще не прокачались? Наверное, нет. Ладно, поехали. Вон там станция, я вижу. И я вижу, что тут недобрые твари. Это тоже недобрые твари. Не-не, по-моему, там люди стреляют в этих пауков. Ёлки с палками. Сколько ж вас тут? Так, где-то кто-то еще есть, да? Ага. Так, ну-ка давай-ка выйдем, разберемся, в чем дело. Народ, вы кто? Космопех Альянса. Эй! Убираться надо отсюда, к чертовой матери. Ну, вообще-то, как бы, да, наверное, да. О! То есть они тут бесконечные? Мы за это даже никакой прокачки не получаем. Слушай, тут надо что-то делать. Народ. Собирать пенициллин. Панициллин. Так. Быстренько. А, ну смотри, пока мы туда не полезли, они не пошли никуда. Хорошо, так, что у нас? Это генератор.
Рах не вывели из строя генератор, поэтому оборонительные турели не работают. Вы можете подключить турели к двигателю Мака, но тогда использовать оружие, установленное на вездеходе, будет невозможно. А давай подключим. Вот. Теперь должны работать турели, я так понимаю, да? Вот эти вот турели. Так, еще немножечко панацелина. И что, мы оставим тут Мака, что ли? Да надо их просто всех уничтожить, нет? Или все уже? О, ну-ка, пушка. Это какая-то бесполезная пушка. Пушка очень бесполезная. Нельзя как-то уничтожить их дома, вот эти вот логово, чтобы они оттуда больше не лезли. Вообще-то, ребятки, я бы вам действительно посоветовала убираться, потому что больше здесь делать нечего. Станьте космопехом, повидайте галактику. Черт бы их побрал. Ну да. Так, слушай, ну окей, ладно, это, наверное, не совсем то, что нам надо. А, отключаем Мака. Ну, ребята, Мака нет, но вы держитесь. Наверное, корень зла кроется где-то не здесь. Давайте-ка посмотрим на карту. И попробуем рвануть сюда. Пункт назначения аномалия. И это обломки. Может быть, мы еще что-то найдем, что объяснит нам, что делать-то? Отправляйте систему Эреба от скопления Тетастикса. Выясните, что произошло на станции радиоперехвата Альфа на планетах на Непмос. А мы где? А мы на какой планете? Ну да. Мы здесь и есть. Ладно. Что, раскопали они этих самых Рахни? Ну, очевидно, это еще не вся история, поэтому поехали исследовать все, что здесь есть.
Ну и, конечно же... Ага, карта местности обновлена. То есть за ископаемыми мне надо лезть куда-то туда. О, вот смотри, еще они кого-то тут... А нет, вот они. Пошли уже тогда, расковыряем. Легкий металл. Отлично. Ага. Еще что-то тут есть. Так, ну знаешь что, давай-ка мы доедем до обломков. Может быть, мы там какой найдем жетон или еще что-то. Хотя вряд ли. Так, опять упавший спутник зонд. Ох, ёлки, зашифровали-то, зашифровали. Да, не хватило времени. О, это не то, что мне надо. Так, ладно. И поехали на эту станцию, которую мы только что с вами открыли. Это явно кто-то куда-то закопался. Кто-то закопался, откопал. Открыл, короче, шкатулку Пандоры. Ну-ка. Пошли в шахту. Так, ну что ж, готовьтесь, готовьтесь, девчонки, готовьтесь. Вот оно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас полезет, да? Ну, как ни странно, тут никого нету. Или это полезет на обратном пути? Ох-ох-ох. Ну, ладно. Вот так вот пришли люди на планетку, на которой жили рахни. А теперь жалуются. О, май год. Ну, этого стоило ожидать вообще-то. О-о-о. Вот это здоровый паук. Тихо, тихо, он там стоит, вон. Новый уровень у нас, друзья, новый уровень. Так, девчули, пока у нас новый уровень, давай-ка мы сразу его и сделаем. Нет. Итак, что мы там себе качали? Спецназ? Устрашение, физподготовку. Снайперские винтовки. Да, наверное, уже нет. Я так думаю, что я ничего не подкачаю себе до конца. Сокращает время восстановления, уничтожения и меткость стрельбы. Урон, наносимый всеми видами оружия. Ну вот, урон, наносимый всеми видами оружия. Поэтому... Физподготовка, здоровье. Пока что здоровье. На здоровье пока не жалуемся. Хотя, наверное, это самое реальное, что можно прокачать до конца. Это физподготовку.
Давай его. Ее, его. Так, Лиара, у тебя что? Подъем у тебя здесь вся эта твоя сингулярность прокачана, стазис, электроника, первая помощь. Ученый Азари. Ну, электроника, зачем тебе? Зачем тебе электроника? Так, стазис, первая помощь при каждом... 110. Подъем. До 9 секунд. Ну, это очень много. За 9 секунд, там, 9,4. Сейчас у нас просто 9. Можно расстрелять вообще все, что угодно. Достаточно для подъема, я так думаю. Стазис 13 секунд. Тоже это много. 13,5. Дай первую помощь. Вот. Так, Таля. А у тебя основа первой помощи тоже есть. Таля, а мы тебе давай качать дальше пистолеты. В принципе, ты тут у нас уже все. Давай, урон. Все-таки как бы тоже стреляешь, поэтому... Пусть будет так. Итак, дамы и господа, покажите ко мне карту местную. Пошли по этой пещере. Блин! Вот, Таля, прокачали мы тебя. Да. Сюрпризики, да? Выскочили они тут нежданчиком. О. Да отлепись ты от стены, шефа. Лиара отправила его в полет. Ну, он еще где-то он выскочил. Сейчас еще повыскакивают. Нам надо туда, в центр. Там что-то происходит. Шмяк. Давайте уже, как говорится, вытащим их всех. Где ты сидишь? Шепард, отлепись! Шепард, да отлепись же ты! Понятно. Ой, это где это? О, блин! Откуда вас только взялось? А, там где-то спрятался, да? Ух. Ну надо же, а?
Окей. А, вроде все мы осмотрели. Дезинсектором поработали. Так, покажи мне карту. Короче, нам надо вот сюда, вот как раз вот в этот вот уголок, чтоб никто не уволок, нам и нужно. Пойдем. Так, для начала заглянем сюда. Или куда? Подожди. Давай сюда. Так, вы идете? Отлично. Чего у нас музыки нету? Подождите, или я ее выключила? Так, настройки, звук. Ага. Давай включим. Я помню, что там была какая-то назойливая музычка, поэтому я ее отключила. Давай оставим. Так, ну что, давай, вылезай. Блин, какой огромный шум! Главное, по-моему, рахни. О, я не могу, мурашки по телу. Так, защищенный ящик. Да елки с палками, я думала, здесь какая-нибудь информация, а не волков и башни, блин, банши. Ну ладно. Главного жука мы отключили. Ну, понятно, что это очевидно, это как ее там. Мамаша, Арахни. Так, здесь сейчас будет еще один главный жук. Так что готовимся. Вон они. В записях о рахнийских войнах говорится, что рахни-солдаты вступают в бой только в случае серьезной угрозы улью. Можно со всей уверенностью сказать, что вы уничтожили рахни на Немфосе. Шмяк. Да, ну я б не была так уверена, но тем не менее, ладно, поверим. Поверим тому, что нам сказали. Заберем наши цацки. Пошли тогда. У нас тут, правда, еще есть какое-то местечко, которое нужно обследовать. Одно осталось. Теперь еще надо найти выход отсюда. А, нет. Нет. Сюда. Не уверена, что мы прямо так все их логово тут разбили, но, тем не менее, наверняка мы уничтожили главных, вот этих вот двух здоровых. И поэтому теперь мы будем блуждать. Нет, все правильно, теперь сюда. Вот, нечего делать людям на планете, населенном Рахни. Это их земля. Это их освободительная война. То ж пришли, понимаешь ли. Окей. Давай глянем на карту, где мы, что мы. Угу.
Да, вот здесь у нас еще есть вопросительный значочек. Давайте мы сюда доедем. Уже как-нибудь, я думаю, что как-нибудь мы туда доедем. Давай попробуем вот здесь вот по этой долинке. Если это можно так назвать долинкой. О, Господи. Так, ну вот, хоть немножечко прямой. Так думаю, что тоже, наверное, какой-нибудь зонт или еще что-то в этом роде. Не вижу. Ага, вижу. Такую маленькую штучку пойди найди. Что это у нас такое? Дешифровка. Да, ну елки с палками. Медальон Лиги Единения. Отлично, друзья. Отлично. Так, карта местности. А, ну да, ну все у нас с карты местности. С карты местности у нас закончено. И с медальонами Лиги Единения, я так понимаю, тоже закончено. Да, все, друзья, все мы сделали. А протарианские разве мы что-то нашли? Все, смотрите, у нас нет больше побочных заданий. Ура, 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 ура. Ура! Забери меня, Нормандия, отсюда. Ух. Тем не менее. Я так понимаю, что наверняка этот уровень наш был нашим последним уровнем. Покидаем Тету Стикса. Так, и вообще все покидаем. И вообще все покидаем. И, в принципе, что у нас остается? Здесь у нас все сделано. У нас властелин. Отправляться на Ил. Мы совсем рядом с Илом, друзья. Поэтому знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Мы вернемся, посетим нашу команду. Если вспомним, как это делается. Так, это рубка. Нет. Я хочу поднять уровень всем остальным. Те, которые сидели и не выходили вместе с нами на миссию. Так, это у нас... Так, с Лиарой здесь все понятно. Доктор, что скажете? Может, что-то новенькое? Это так странно, скрываться от Альянса. Экипаж всем пожертвовал ради вас, Шепард. Не подведите нас. Лера. У меня такое чувство, что вы хотите меня о чем-то спросить, капитан. Я просто хочу поговорить. Конечно, Шепард. О чем вы хотите побеседовать? Пожалуй, ни о чем. Мне пора. Обо всем об этом мы с Лярой уже говорили, ребята. Если сейчас будут какие-то возмущения, да как же, Банезия, то все. Это мы все уже читали, все уже тысячу раз читали. Панацелинчик 0, да? Угу. Ладно. Давай-ка спустимся ниже. Нам нужны наши члены экипажа, их шкафчики и так далее и тому подобное. Вот, перед тем, как отправляться на Ил, стоит, наверное, подготовиться. Потому что Сирус и протеанцы, которых я упорно называю протерианцами,
Это вам не баран чихнул. Итак, как я вас делала? Как я вас делала? Шкафчик Ляры. Шкафчик Тали. Подожди, а вас я прокачать просто так не могу. Вооружить, да. Так, ну, предположим, Тали. Так, Цунами, Банши, все остальное. Мститель вообще в Унигель пойдет. Ковалев получше будет, да? Но это, наверное, не тебе. Начинать надо, знаете, с кого? Начинать надо с Эшли. Эшли. Что вы думаете о последней миссии? Вы говорите о Рахне, да? Они были опасны, шкипер. И доказали это 2000 лет назад. Думаю, отпустить ее было ошибкой. Но это было не мое решение, ваше. Знаете, вы поговорили бы с Тессоней о ее матери. Ей, наверное, сейчас плохо. Я так думаю, шкипер. Понятно. До свидания. Вы свободны, сержант. Об этом, обо всем мы тоже говорили. Уже серии, как говорится, 10 назад. Ладно, так вот, Эшли, покажи-ка мне, что там у тебя за винтовочка, и, может быть, я тебе что-то получше выдам, нет? Вот, так, урон у нее хуже, перегрев лучше и точность лучше. Ковалев. Ну, даже Ковалев, наверное, получше будет. Держи-ка ты Ковалева. Вот. Теперь, здесь что у тебя, Соколов? Огонь до перегрева и точность похожа, но убойная сила получше. Уж если попадешь, так попадешь, как говорится. Держи. Так. Что с пистолетами? Карповы, да? Так, здесь урон поменьше, перегрев и точность побольше. Бритва. Тоже не вижу смысла большого. Так, ну и из брони, я так думаю, что щиты чуть-чуть побольше, биозащита, защита от урона, нормальная на тебе броня, Эшли, так что бывай. Так, Гарус. Штурмовая винтовочка, Гарус. Слушай, а вот я бы тебе вот эту дала. Это, кстати, сильно получше. Урон у нее поменьше, а вот все-таки... Так, что там у нас? Цунами. Банши вообще у нее ель пошла. Держи-ка ты, разрушитель. Так, теперь дробовик, дробовик. Точность огонь до перестрела. А дробовиком, по-моему, ты у меня не пользуешься. Так, Ятаган, Унигель. Лавина, лавина, катана. Катана тоже Унигель. Армагеддон, оставим у тебя Армагеддон. Так, что с пистолетом у тебя? У тебя, по-моему, тоже Карпов. Лезвие у нас пойдет в Унигель. Так, снайперка. Ты у нас вроде как снайперка-то у тебя прокачана, поэтому тебе нужна хорошая снайперка, и она у тебя есть. Уравнитель идет в Унигель. Так, здесь у тебя полярная звезда. Нормальная. Дешифратор. Ладно. Так, и одежда у тебя, насколько я помню, получше, чем освободитель и телохранитель. Поэтому твой телохранитель тоже идет в Унигель. Медведица. Медведица неплоха. У нее биозащита получше, поэтому, в принципе, я ее пока и не убираю. Хотя вот это тоже можно в Унигель. Ну, ух, сколько у нас кредитов. Так, хорошо, это было у нас с Гарусом. Так, Рекс.
Так, штурмовики у тебя... Лансер пойдет в Нигель. Ковалев. Даже не знаю. Давай мы тебе Ковалева дадим все-таки, наверное, лучше. Забирай. Так. А это у тебя Соколов. Вооружен исключительно русской техникой. Так, Страйкер идет в Унигель. Карпов. Скандалист у тебя, да, говоришь? Бери-ка ты Карпова. Так. Здесь есть что-нибудь получше? Каратель идет в Унигель. Так, Волков, урон до перегрева. Ну, не так часто ты им пользуешься. Точность 67. А гарпун? Гарпун получше будет, да? Хотя смысла никакого нету. Ничего не буду я тебя тут менять. Так, здесь у тебя что? Биоусилитель. У тебя, по-моему, нормальный, да? У тебя ученые, близнецы пойдут в Унигель. Так, и броня у тебя не такой большой выбор. Защита от урона, щиты поменьше, да? Ага, и тут... А ну-ка, покажи-ка мне. О как. Круганская-то защитка. Давай тебя сюда еще поставим. Знаешь, что так? Это у нас что тут стоит? Давай сюда еще что-то поставим. Какой-нибудь боевой экзоскелет у тебя уже есть? Медицинские улучшения, сочетание различных медицинской технологии, защитный. Еще щитов тебе кинетические. Восстановление щита. Я бы тебя поставила медицинский, честно говоря. Так, а здесь у тебя боевой, и он у тебя последний. Да, он у тебя, в принципе, 9 уровня. Все. Поставили мы на Крогана все, что нам нужно. Тали. Так, Тали мы вроде как проверяли. У нее все получше будет, да? А хотя нет, смотри, дробовичок вот получше есть, да? Держи. Вряд ли ты им пользуешься, но тем не менее. Так, скандалист. Пистолет. Пистолетом ты только и пользуешься, поэтому пусть у тебя останется вот то, что есть. Так, здесь. Так и будет. И здесь. Так, с броней тоже, насколько я помню, новой брони у тебя нету. Вот эта вот броня у тебя получше будет. Все. И осталась у нас Лиара. Цунами, стена огня. Цунами идет в Унигель. Так. Лавина. 260 идет в Унигель. Одну оставлю на всякий случай. А вдруг? 23. Карпов идет в Унигель. Так, урон 271, так, 19, 72 точность. Оставим Ляре вот это вот. Опять же, так, здесь это все хуже, чем дешифратор. И
биоусилитель. У Ляры всяко должен быть лучше. Полярную звезду, я так думаю, что можно тоже пустить в унигель. Так, ну и из формы ты можешь носить только легкую. Так, насколько я помню, это все хуже, хуже, хуже. Да, у Тали сейчас самая, в принципе, такая шикарная броня. Поэтому, наверное, и гидру, а тем более Феникс отправляется в унигель. Вот. Так, все. Это мы тут сделали. Подкачать своих членов экипажа я могу, наверное, только если я сейчас... Так, кстати, давайте... Новинками? Да-да, давай. Давайте посмотрим, что у вас имеется. Как скажете, капитан. Я просто хочу кое-что лишнее продать. Там какие-нибудь, не знаю, полоневые патроны, криопатроны, потому что все у меня это, в принципе, есть. Видите, ядерная граната, фугасная, полоневые патроны. Протонные, разрывные. Криовзрывчатка. Так. Еще криовзрывчатка. Зачем мне так много? Я ее продаю вообще? Ага. Я думаю, чем у меня забит инвентарь? Вот чем. Так, это пятая была, а здесь у меня была криовзрывчатка какая. Ну, пятую криовзрывчатку можно уже даже вообще продавать. Где она была? Ладно, все, наверное, хорош. Поехали. Поехали мы не куда-нибудь, а как я и говорю, я хочу выйти сейчас на поверхность любой планеты с командой, чтобы просто подкачать им уровни. Я не вижу, как я здесь могу это делать. Так, ну что ж, как и планировали. Пошли в рубку. Как-то тут шаги пропадают наши. Та-дам! Итак, давай, на какую-нибудь планетку, куда мы можем высадиться? Нет, где были эти? Скалы, скалы. Скалы, скалы. Вот. Итак, Ляра и Тали у нас сделаны. Давайте вы. Не знаю, может быть, есть еще какой-то способ. Чтобы поднимать им уровни. Так. Слушай, а вот здесь у нас восклицательный знак. Станция перехвата. Почему мы здесь не были? Или вообще-то были, но как-то вот он остался. Не, можно, конечно, сюда перекатиться, но... Мы здесь, в принципе, не за этим. Итак, отряд. Гарус. Аж 7 очков, пока мы бродили, Гаруса тут накопилось. Итак, что мы ему качали? Поглощающее поле. Саботаж, перегрузка. Первая помощь. Снайперские винтовки. Дай-ка тебе, Гарус, докачаем снайперку. Да, ты, в принципе, у нас как бы снайпер. Раз, два, три, четыре, пять. Либо до сюда мы тебя докачаем, либо... М-м-м.
Электроника. Усиливает щиты. Гарус какой-то у нас такой, всеядный. Да, мы тебе докачаем снайперку просто-напросто. Вот. И думаю, что хорош. Так, Рекс. Ты у нас воин, воин. И, собственно говоря, вот это вот все тебе, наверное, уже и ни к чему. Давай мы тебе сделаем броню до конца. И так и оставим. Окей. У Рекса, конечно, комбез просто. Просто адовый. И для хвостика такое, такое отделение. Ну и Гарус тоже неплох. Да. Ладно. Нормандия. Так. Высаживаемся еще раз. А, берем Эшли и... Я даже не знаю. Давай Ляру возьмем. Бабах. Так, вот они наши. Эх, Ляра, ты тоже в таком костюме, как и у меня, но только легкая броня. Так, а нет, вот Ляра. Эшли в таком же костюме, как у меня. Окей. Что у нас с отрядом? Угу, Эшли у нас имеет 4 очка. Так, Эшли, ты у нас, в принципе, штурмовик. Броня у тебя прокачана. Я могу тебя прокачать, наверное, дробовик. Вот, до расправы. Будешь пользоваться дробовиком, в принципе. Так, ну а Ляра у нас... С Лярой все понятно. Вот. Друзья мои, ну и на этом давайте мы с вами здесь и попрощаемся, наверное. Я за кадром прокачусь до этого восклицательного знака. Не думаю, что там что-то будет. Но, тем не менее, как говорится, еще раз проверим. Ну и встретимся в следующей серии уже, где поедем на Ил, Нил. Ну, в общем, поедем по нашему основному заданию. Все. Ну, а всем, кто посмотрел эту серию, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.